Так, ну что. Все. Можно, наверное, идти дальше. Куда нам? А, нам напрямую. Ну, значит, сейчас сюда для начала заглянем. Посмотрим, что тут у нас. Ну, наверное, здесь просто один и тот же путь. Точнее... Isaac, now you see the symbols too. What do you mean? Strauss. Yes, I see the symbols. We are a threat to them. I know it. We have to work together. Work together? Who's them? What, you mean Tightman? Strauss. Work will be Strauss. Так вот. Beyond these doors lies the reading room. A place where believers are encouraged to relax. Ну тут все, это церковь. Вот, и я хотел сказать, я уже не помню, что хотел сказать, но, видимо, здесь просто ходы одни и те же. Так, а здесь у нас пишут, что из откровений нашего спасителя Майкла Альтмана мы знаем, что все формы жизни во Вселенной тесно взаимосвязаны. В конечном итоге все, или все сольется воедино. Будет только один разум, одно тело, один голос. Так, переплетенные витки обелиска являются наглядным тому подтверждением. Мы же, в свою очередь, воплощаем созданный ими образ, приплетая руки и складывая пальцы вместе. Этим священным церемониальным жестом мы приветствуем друг друга и начинаем все еще... Все наши... Так, церемонии объединяются... Так, ладно, неважно, что-то я заговорился. А вот силовой узел, ну мы могли бы его просто просрать, ладно. Идем. Бля. О, хрена. Перепугал меня. А я знал, что здесь может выскочить, но я не думал, что так быстро. Я-то думал... Так. Я-то думал, здесь надо минут 5 стоять. Типа пасхалочки такой, да? Хорошо, хорошо. Ну, здесь можно послушать записи, но неохотно на это время тратить. Так. Здесь могут быть силовые узлы разные, я не хочу их пропускать. Так, отсюда мы пришли, судя по всему, да? Ну, опять давайте чуть-чуть почитаем. Так, здесь написано. А, ну тут мало, тут написано, что... Посторонним лицам вход в центр посвященного инструмента запрещен. Ну, неважно. Так, ну, я надеюсь, я тут все посмотрел. Да, все, можно, я думаю, идти дальше. Так, хорошо, хорошо. Ёб твою дивизию, это еще что было? Офигеть. Сколько нового узнаешь, блин? Чё за музыка, блин? Да ну нафиг. Капец. Кто откуда-то опять... Да кто рычит, блин, а? Пипец вообще. Так, все, с этими вроде все. Так, ну здесь та же фигня, наверное, да? Да. Ну, здесь... The first was minor, and only blew some candle flames around, giving Pastor O'Brien a much-needed, if unexpected, boost in his sermon. The second cycle was more harsh, resulting in a pressure snap that popped people's ears and sent several to medical. That was not needed. Твари, умрите! Да ладно. Будем его использовать. Это резачок наш. Плазменный. Какие-то лаги самые непонятные. Это тормоза игры. Да сколько вас тут, а? Тормоза игры, потому что... Ёп, красота. Чё там, респаунитесь, что ли? Отдаривают нас нормально. Трофейчиками. Ага, а чё это у нас? Не влазит уже.
Ну, потому что они очень мало в одну ячейку всовывают этих этого оружия. Ну, дрочка мед нормальный, я вам скажу. Так, силовых тут не напрятали. Узлов. Так, ладно, погнали дальше. Вот тут видите, в чем фишка? То, что рюкзачок-то у нас маленький уже, видимо. Опачки, это кто там был? Вы это видели? Вон он. Это же этот. А ну нафиг его. Я хотел его подтянуть кинезисом. Не стрёмно, потому что я думаю, он на лифте за нами не сможет подняться. Так, идем сюда. Опачки, это еще что такое? Так. А, ну нам сюда. Ну, значит, здесь сейчас. Отлично. Так, мне там подсказку писали. Блин, что это за места? Я, походу, вышел. А, я, наверное, знаете, куда вышел? Да, вот в чем фишка. Мне эта музыка не нравится. Хорошо. Можно попробовать окно вот таким способом долбануть. Ну, хотя, я думаю, оно не разобьется. Так, стазис. Там туда. Но там дверь закрыта. Хорошо. Ничего не влазит. Какого хрена это было? Так. Ой, бля, не то хотел сделать. Так. Это что, такой глюк, что ли? А это баг, видимо, да? Судя по всему, да. Во-во-во-во-во, я понял. Сейчас, смотрите, отходим. Да, это не баг. Так. Тоже какая-то штука. Кредиты 600, а здесь у нас 500. Нормально. И сообщение. Сейчас глянем, что там напишут. Угу, отборочный тест. Мисс Вселенная, наверное. Мисс Обелиск. Это так, шучу. Я толком даже не прочитал, что там. Пачки, это баг, что ли? Так, а я знаю, что делать. Смотрите, там дверь не работает, значит, сейчас она заработает, да? А, ну все правильно. Так, мы сейчас сделаем, попробуем наш эксперимент. Сейчас тут повылазят, наверное. Бляха. Офигеть. Что это было? Наверное, далековато кинул. Резака мне этого до хрена. Так. Иди в задницу, Николь. Так, собираем троф. О! Защитный костюм. Давай, офигели. Нет, конечно, надо было... Надо вот так сделать. О, ой, что я сделал? Ну ладно, пускай. И если будет необходимость, надо будет... Надо будет скидывать. А у нас там... У нас там есть ненужные вещи. Типа вот, смотрите, сейчас покажу. Можно ли здесь... И здесь нельзя. Короче, у нас там импульсная винтовка, она нафиг не нужна. Ну, точнее, нужна, но у нас нет этого оружия, поэтому патрончики на нее нам тоже, нам, собственно говоря, не нужны. Так. Ёпта. Чё за хрень? Чё, лаги какие-то хреновые. Да чё это такое вообще? Это глюк игры, походу, потому что FPS стабильно.
Хотя хрен его знает. Ну, видите, все гладко, идеально, 60 FPS ровно. Так.